Сегодня депутаты рассмотрели кандидатуру на должность заместителя премьер-министра Республики Узбекистан по вопросам социального развития, а также кандидатуру на пост председателя Государственного налогового комитета. Напомним, это новая практика, введенная в деятельность законодательной палаты. О результатах очередного заседания репортаж программы. На должность председателя Государственного налогового комитета была представлена кандидатура советника президента Республики Узбекистан по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти Шерзода Кутбиева. В свою очередь Шерзод Кутбиев подробно ответил на вопросы членов Нижней палаты парламента, предоставил краткую информацию о задачах по обеспечению эффективности реализации налоговых реформ, которые он ставит перед собой после вступления на данную должность. После обсуждения принято решение законодательной палаты Али-Мажлиса об одобрении на должность председателя Государственного налогового комитета Республики Узбекистан Шерзода Кутбиева. Далее депутаты рассмотрели кандидатуру Бекзода Мусаева на должность заместителя премьер-министра Республики Узбекистан по вопросам социального развития. Бекзод Мусаев также подробно ответил на вопросы депутатов. Подчеркнул, что после вступления в должность все аспекты, связанные с социальным развитием, будут решаться в тесном сотрудничестве с парламентом. По итогам обсуждения депутатами была одобрена кандидатура Бекзода Мусаева, представленная на должность заместителя премьер-министра Республики Узбекистан по вопросам социального развития.